уважаемые дамы и господа, товарищи, Дуслар. Я рад приветствовать вас на юбилее главного научного сотрудника, доктора физико-математических наук, профессора и просто хорошего человека Виктора Семеновича. Ура! Спортивные болельщики очень хорошо, вы рукоплескаете. Ну что ж, сегодня мы будем с вами веселиться, говорить добрые, теплые слова в адрес юбиляра. Надеюсь, будем участвовать в конкурсах, будут сюрпризы. И, кстати говоря, друзья, у каждого из вас под тарелочками находится сюрприз. Друзья, под тарелочками у вас находится сюрприз. Вот он, менталитет российского человека. Наши люди всегда верят, что под тарелочкой находится сюрприз. Ну это, давайте поаплодируем сами себе. Действительно, нужно верить, что сюрпризы добрые и хорошие будут еще. Есть и будут в нашей жизни. Давайте наполним свои ручки и бокалы напитками радости.